Здравствуйте! В этом видеообзоре покажу вам стадию строительства жилого комплекса Петра и Февронии в Рязани. Третья очередь. Вот сейчас вот дом вот этот перед вами. Сдается он в 2020 году, в конце года. Застройщик «Капитал строитель жилья». Что можно рассказать об этом доме? Ну, квартиры в основном, все, в принципе, смарт-планировки. Как сейчас, в принципе, многие у нас и предпочитают покупать. Вот, приблизительно похоже. Вот первая, вторая очередь. Вот эту первая очередь жилого комплекса Петра Февронии. Вот эта вторая. Здесь все квартиры смарт-планировки. То есть большие кухни, которые можно использовать как кухню-гостиной. И, в принципе, планировки смарт сохраняются и в третьей очереди вот жилого комплекса. Сдается, еще раз говорю, в конце 2020 года. В принципе, по крыше уже вот уже завершено строительство, то есть перекрытие, например, на первом подъезде еще двор закрывается. И, в принципе, пойдет работа по отделке, внешней отделке дома и по внутренним работам. Кто смотрел на YouTube мои ролики с шоурумами от застройщика «Капитал строитель жилья», приблизительно вот все то же самое, также круто и классно будет вот и в этом доме тоже. В принципе, территория объединится. Вот сейчас пройду, наверное, покажу вам, если не видели, ну, дворовые территории, вот классные, вот, за первой очередью, там детишки ходят, отдыхают. Также все эти территории будут объединены, и посмотрим. Сейчас вам пройдусь немножко туда и покажу вам, как выглядят детские площадки. Ну, круто, сейчас сами все увидите. Идемте за мной. Так, ну смотрите, вот дом, о котором я вам сейчас рассказывал. А сейчас я вам похожу вокруг первой очереди, уже сданной. Ну, территории будут идентичны. Посмотришь, как классно здесь. Так же классно будет и там. Ну, во-первых, капитал зеленит территорию кругом. Не просто чисто заасфальтированные площадки. Да, есть вот такие зеленые территории, что глаз радует. И походить самим, погулять. Вот такие подъезды. Ну, в принципе, в одном стиле тоже будет сделано. Вторая очередь, что-то похожее, такие вот входные группы. Вот так вот. Так вот будет качественно. Но мне, например, на глаз радуется, смотря вот аккуратно, чисто. Ну, вот здесь вот представлена такая вот детская площадка. Можно детям резвиться, ну, не знаю, делать что угодно. Или вот на такую здоровую... Как она называется? Горка такая прикольная, да? Ведь можно полазить тоже с детьми. Я думаю, детям будет интересно. То же самое будет и там. Вот я сейчас вот так вот поведу камеру, да? Вот у нас заканчивается также вот территория дома. Стоит заборчик, также он продвигается. Также туда продвигаются дорожки. Также все зеленится. И также будет вот поставлено какие-либо там, не знаю, детская площадка все равно там будет присутствовать. И вот так будет все интересно. Вот жилой комплекс Петра Февронии, третья очередь. Застройщик «Капитал строитель жилья». Ну, соответственно, все квартиры, я говорил уже, смарт-планировки, плюс индивидуальное отопление, как сейчас в Рязани, в принципе, и приветствуется. Квартиры можно покупать в рассрочку, по ипотеке. Будет нужна информация по планировкам, ценам, наличию квартир. Звоните мне по телефону 8 910 973 33. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Подберем вам квартиру, придем на объект, посмотрим. Ну, в принципе, примите решение, будем оформляться напрямую от застройщика, без комиссий и каких-либо дополнительных платежей и переплат. А это тоже важно. Но обращайтесь. Дом сдается в 2020 году. В принципе, он уже построен. Осталось его внешне отделать и внутреннюю работу провести. В принципе, стадия строительства достаточно высокая. До свидания.